Пинхол. А что это? Наверное, форт был. Кстати, GCV надо будет посмотреть. Ламборгини. Ламбо, ламбо. Это Авентадор G. А, CVG. Что, все скупили, что ли? Так, проходим. Проходим, проходим, проходим. Про два трак. Ну, у нас же есть вроде. Про два трака это вроде от Форда. Форда, гараж, открываем. Форд. Нет. Так, категория. Гиперкары. Супер. Раллийный монстр, наверное. Кроссоверы, внедорожники, невероятные баги. Грузовики, баги. Пикапы, полный привод. Так. Из того, что мы имеем. Ралли-рейд. Нет. Раптор нет. Так, мы походу уже... А, нет. Думал, по второму кругу. Так, а нам... Блин. Сейчас найдем. Так, игры фестиваля. Про два трака. Что это у нас имеется? Виду. Про два трака. РЗР. Поларис. Все понял. Полариса у нас нету. Нет. Форд, может быть. Нету. Вот это мы затупки. Мне интересно, челик на том, чем я думаю. Сука. Ладно. Сейчас мы все сделаем. Так, про два трак 16-го года.
Попробуйте, если он вам не отключи. Где, блядь, его получить? Покупай, походу, только. Это будет интересно. Так, это не он. Нам нужно 2016 года. Нет, тут один Polaris. Все понял. Так. Я понял. Нам нужен тонус. РДЖ Андерсона. То есть Polaris РДЖ Андерсона. Едем покупать машину. Так, аукционный зал, машины, автосалон. РДЖ Андерсон, производитель. Покупаем Polaris РЗР. Тот самый, который нам нужен был. Походу, у нас все одинаковые будут. Да-да, малый. Я рад снова тебя видеть. Пятихаточка. Купить. Оказывается, все намного проще и легче было. Так, назад. Первый этап есть. Так, вы говорите два заезда в кольцевом автокроссе. Два заезда в кольцевом автокроссе. Сейчас. Так, наверное, протюнить еще надо было. Там же ограничений не было в тюнечку. Сейчас мы проверим.
Так, два заезда в кольцевом автокроссе. Раз. 15 звезд опасно. Два заезда в... Опять. Короче, понял, прокачиваем. Тюнинг. На чем он там способен? Так, один из наших любимых челиков. Возьмем его сборочку. Купим. И помчимся шарашить налево-направо. Так, что у нас по коллекционам? Вы получили еще одну машину. Велоспинчик. Велоспинчик, хорошая дема. И... Форд. А, Falcon это разве Форд? Странно. Давайте посмотрим по автоталантам. Нифига себе. Так, разблокирует все. 85 очков. Обалдеть. Ну ладно, сделаем. Чпок. Нам все равно кататься. Нам все равно, наверное, кататься. Стоп. Нам еще машину выкинули? Нет, стоп, это извил спина. Все. Я уже перетал. Велосипедный звонок. У нас есть уже такой. Так. Гудок. Так, сигналы, сигналы. Дальше что у нас еще есть? Литавры, литавры. Так, ну все. Нам нужно кольцо. Получите, опробуйте, это сделаем. Два заезда в кольцевом автокроссе. Кольцевой автокросс. Кольцо. А вот. А еще есть какое-нибудь колечко? Вот. Все, мы быстро переместимся. Кстати, у меня же еще убавлен звук этой самой Форзы. Вот, вот так будет получше. Так, проверка. Мы проверим, прошли мы, прошли ли мы. Да, есть. Совместная игра. Текущая машина. Все, забрали. По параметрам, сложность, эксперт. О, подарок. Там был подарок. Мы чуть не профукали подарок. Сделаем чуть-чуть новогоднего настроения.
wish a Merry Christmas, we wish a Merry Christmas and Happy New Year. Так, про два трака. Ты чуть-чуть сильно орала музыка. Шарашит, будь здоров. Так. Понижаечку. Вторая. Давай, вырывайся вперед. Орех, ты сможешь, давай. Так, понижена. Крутим. Надо сделать челиков. Надо победить в заездах. Два заезда, чтобы засчиталось. Так, 1300 шутки про тракториста. Так, газовать, не забывать газовать. То забывай газовать, и мы сразу профукиваем поворотики. Потому что теряем сцепление. А теряем сцепление, мы идем на три веселых буквы. Пешее эротическое путешествие по диагонали в повороте. Давай. Газуем. Надо сделать топ. Понимаю, у нас командный зачет. Все же хочется быть первым. Это загонка тогда, если ты не хочешь добиться высот. Прийти первым. Да-да, у тебя смысл гоночек. Уже все, утерян. Соревнования. Газ слегка. Тяжеловато. Ой, тяжело. Если чуть-чуть будем резать, может быть и получится что-то. Так, ну мы вроде как с ним сближаемся. Также не забываем переключать передачку. Так, уже поближе с ним. Мы уже его видим. Это хорошо. Так, притормозим. Если бы я раньше начал бы соблюдать эти траектории торможения, мы бы приехали первыми. Ну а так я зафейлил чуть-чуть. Финиш. Чуть-чуть не докрутили. Так было бы неплохо.
Чё, как? Прикол. Так, первое есть у нас. Берем вторую гоночку. Кольцо. Нам надо кольцо. Все, отметим. Что мы будем сейчас следующим выполнять? Так. Один из двух вроде есть. Где это? Поехали. Пихали. Polaris RZR Rockstar RJ Anderson. Зарядились. О, челик купил. Мне сейчас, походу, тоже надо будет подойти. Что там за сообщение? А, у нас публикация нового видео уже. Ой, это было в триале. Такой пот был. Так, я что-то выиграл. Так, самое главное не профукать. Когда у нас желтая, когда у нас красная. Тормозим, тормозим. Держим траекторию. И прыжок. Так, траекторию. Лучше медленно, зато будет чистенько и аккуратненько. Так, мы тебя догоняем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратненько, аккуратненько. Прыг-скок.
Будем делать все по порядочку и заберем сегодня пряничного человечка. А, братан, ты куда казанул? Опс. Сам чуть не отъехал. Газ полаз. Надо было, да, вот эта тема, которую придумали. Кто придумал тормоза? Для Forza Link, короче, залить. И как раз актуалочка. И для всех, и для меня тоже. И когда кого-нибудь спихиваешь посредством выноса. Ишь, бля. Не-н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 е. Ну, мы, в принципе, выиграем. Не так страшно. Есть. Ну, походу, надо будет еще. Сейчас попробуем спросить. Так, чирики-чирики. Новые подписчики у меня. В Xbox. Варя. Так, смотрим по играм фестиваля. Есть. Могут выдержать любые прыжки. Воспользуйтесь этим и заработайте суммарно 15 звезд. 15 звезд опасно. Сейчас спросим. А, стоп, это не кольцевой? Кольцевой. Сейчас мы спросим. Вот, есть, например, сезон чемпионата. Интересует? Сейчас мы посмотрим, если он нам ответит. Потому что я ему могу еще отправить. Так, что мы тпешнимся? Тпешнимся, все будет прекрасно. А есть отмена? Ладно. Так, посмотрим по закрытым вкладкам.
Так, у нас вторая серия. Сезон осень. Три звездочки. Это один знак. Так, одну звезду. Чем мы здесь? Ёпть. Чё, смеётесь? Окей. Куда пойдем? Кстати, пойдем сюда, сразу снеговиков снесем. Там же не сказано, на чем сносить. Как убрать маршрут? Ну ладно. Качнем челику. Быстро качнем. Блять. Сменить машину. Ка. Вроде все. Я один или с ним? То, что мне кажется, его откинуло. А, да.
Ука. Это мерзопакостная погода. Здесь просто в повороте чпоник. Думаю, стоит сразу обзавестись машинками на следующий сезон, чтобы не мучить себе головку, а взять и купить их. И будет сезон, и будут машинки сразу. Наверное, так мы и сделаем. Тормоза, тормоза. Элементарный просто. Затормози. Обидел. Сука. Надо же было так просто волоситься. Так, красная. Ничего, догонщик, да? Получится ли второй раз? Сейчас посмотрим. Я должен буду затормозить. Нет. Шедевр второй раз не получается. Эй, давай, до свидания. Неплохо, неплохо. Так, теперь надо джамп. Так, 15 звезд. А, у меня типа 2 звезды из 15 есть, да? И...
trade. They gave me the latest cross-country results, but it's just your name printed over and over down the page. Ищите по Мексике коллекционный предмет, текущий сезон, и давите. Так, 15 снеговиков. Раз. Два. А нет, тут раз. Считаем два. Так, ладно. О, да, конечно, здорово, заходи ко мне. Хотя можешь просто микрофон включить. Бродяга, ты где, ебать? Я не слышу твой микрофон. Может, он тебе переключен? Арман, я тебя не слышу. Раз. Вот, слышишь? Да. Бля, забыл, что вчера выключал микрофон. Через вот эту кнопку. Стою тару, блин, на настройках лазит. А там тупо ее обновить, включить. Нет, у меня на самом микрофоне, у тебя тоже там защелка есть такая. Ой, я залепил, короче, ее. Мякушку вот эту... Нет, я мякушку взял, заклеил, чтобы мякушка не терялась. Да, у меня тоже, кстати, несколько раз. У этого, у сестренки, короче, тема такая, она его берет и играет с ним. Так, смотри, нужно будет тебе купить машину в этом... Зачем? У меня не все открыты, Вась. А может быть, нету этой? Хорошо. Какая? J.R. Андерсон. А как называется? J.R. Андерсон. А машина? J.R.? О, там что-то... Сейчас. Марчи, здорово. Здорово, Марчи. А, точнее, Мариан. Вот, Протрак. А, Марина, а? Протрак. Протрак? На П, что ли? Нет, а тебе надо J.R. Андерсон найти. GMS у меня тупо. J.R. А, J, наверное, такая, как J, да? Да. Как, крючочек. Как джип. Да. У меня Jaguar и джип. Чего, J.R. нету. Значит, новые для этой машины. Все сезоны. Мне что, дали? Ну-ка. Есть, костюм снеговика, готово. Так. Костюм снеговика готово, едем домой. Да. Купи в автосалоне просто. Он такой, как... сейчас тебе скажу.
Дакар. Ля. Да-да-да, как Дакар машина. У меня опять эта хуйня с интернетом началась. Ну нет. Угу. Ну вроде она ненадолго пропадает. Ты меня сейчас слышишь? Да, слышу. Да, отлично. Ну, у меня Lamborghini Miura выпала. У меня ее не было, кстати. Да, на коллекцию. Тебе просто повезло. Да, конечно. Просто у меня 27 тысяч филспинов еще. Я только 2,5 тысячи открываюсь. Так. Mazda RX-7. Слышно меня? Сейчас, да, слышно. Вылетел, сука. Короче, я сейчас отключу и включу вот этот провод ебаный. Я думаю, что проблема в нем. Хуяра БЦ Форза, блядь. О, нихера, я могу сразу за 1 350 000 продать. NPC. Так, у нас здесь получается... Так, костюм снеговика. Как полу... Так, английский, вернись ко мне. Как получить голову? Костюм. Костюм. Голову. Снеговик. Я себе фоновую музыку эту поставил новогоднюю. Я видел, я слышал. Прикольная, кстати. Ну. Так. Надо приложение-то скачать, блядь, программу-то, которую я тебе скинул в Дискорде. Посмотреть, что там. А, поехали онлайн. Кирюх, здорово. Мы сейчас проходим эти испытания. И меня в пати добавь. В этом? В игре, да. Вместе его проходим. Давай. Так, ты купил машину? Нет. Хочешь второй экран выведем? Да нет, зачем? Ух ты, петушар. Ля, ты крыс. И сущ, нормально же общались. И не пазель-то. Донателло. Донателло заебал, говорит. Ну, капец, тут у меня народу. Где? В этом? В Xbox? Да, вот тебя нашел. Все готово. Флажок Г. Ацепт. Правильно же? Ацепт, да? Правильно. Ацепт. Мне опять 1 миллион. Так, значит, надо машину, да, купить? Да-да, GR. Сейчас найду. Подожди. У нас же херня будет, да, какая-то по-любому? Залупанская. Пятихатку стоит. У меня всего заработано 166 миллионов кредитов. Сколько стоит? Пятихатку. Всего лишь? Ага. Так, модель, марка. JR. Сейчас. Блять, английский алфавит. Где ты? Нету JR. А, смотри. Нету тут такого. Есть. RG, может, Андерсон? Может, RG. Блять, Игорь. Че я тогда в своих тачках посмотрел? Гараж. Мои машины. GR, блин. Че есть? Не знаю. ОП. Р. РГ Андерсон. Как называется машина? Да-да-да, она одна единственная. А, вот это Polaris RZR Rockstar. Угу. Ее тюнить надо? Да, до 800-го. Угу. А если 500 вычесть, сколько получится? Разница. Молодец. А какая?
Какая разница? Так. Як? Ты готов? Нет, еще подожди, я еще не затюнил тачку. Да быстрее. Я ее только взял. Да я думаю, разбираюсь, вот, тюнинг машины. Все, А800. А как тут? Присмотр тюнинга? Да. Ага. Вот. А какой именно взять? А800. Бездорожье или разгон? У тебя колеса ралли, подвески бездорожья. Короче, бездорожье все будет. Все. Загрузить и установить. Выполнять сохранение материалов. Купить, да что такое? 80 тысяч. Все. Я готов. Так, у нас колонна. Надо сделать открытую. Такая херовая. Что ты 776 сделал? Он 800. Просто еще не прогрузилось, наверное. Так, друзья могут присоединяться. Так, управление колонны. Открытую колонну сделаем. Игровая экспедиция. Поставлю-ка настройки на ультра. Посмотрим, сколько у меня FPS будет. Перезагрузить попросит. Да? Да. Серьезно? Угу. Кажи, бляпни. Ну, она напишет, все вступит после перезагрузки. Так, все, готов, поехали. Тебе надо сделать гоночку. Гоньку? Ну да. Да, так. Давай запускай. Кольцо. Кольцо за кольцо. Зуб за зуб, блин. Брат за здорово, брата. Как там новый сезон? Василий Гейминг. Я уже успел голову забрать у Снеговика. Информация о том, как получить голову, есть уже на канале. Ты там же клип сделал? Конечно. Хуя ты, блядь, штампуешь их, блядь. Да-да-да, просто пау-пау-пау, знаешь, это как... Надо это, слышь, мне надо вторым номером быть и вот эти клипы штамповать. Ну, тоже, да, там еще сама тема описания должна быть ключевым моментом. Да, ладно. Нет, описание именно все должно, знаешь, вот краткость. Если сестра талантов. Да, если чуть дольше сидел бы, там вот мог бы это понимать. Хотя, видишь, я тебе говорю, грустный какой-то, блин, снеговик. Братан, там есть вторая голова снеговика. На веселая? Угу. То есть нормально, есть нормально. Грустный, а есть это улыбчивый. Это специально один для Гули, а другой для этих... Чудо-бордюры или как улететь в космос, бля. Бля, Игорь. Я просто ехал. Ага. Потом чпунь. И врезался. И полетел. А ты что перевел? Ты у меня развернутый стоишь. А я это спиной к народу. Да? Я власть. Так. Horizon представляет кольцевой автокросс в Баха. Баха, там Баджо написано. Ну вот, да. Кто наебывает, интересно. Я просто мой левел, он просто, смотри, какой красивый. Прям изумительный. Самое главное теперь не обосраться. Это сложное, да, стоит? Ну, экспертик. Подтормози, Арман, везде. Да, нормально, ты чё? Да ну, меня, сука. Меня врезались просто. Притормози тут. Да нормально, Вась, я же вижу, когда... Ну... А ты говоришь, притормози, чтобы обогнать меня, да? Нет. Там просто, это как обычно, кочка ловится, и ты улетаешь. У меня всё на этот стоит, нормально. Все, окей. Я ввожу, смотри. Еще час, два, три, поработаю, потом покатаем. Окей, давай, присоединяйся. Ой-ой-ой. У меня ник такой же и клан тег такой, ой.
Name tag в Xbox такой же, как и ник в игре. То есть с поиском меня нет, будет у тебя проблем. А тут два круга у нас? Да. Блять, ну чё за... Вот почему они так делают? Чуть не вылетел. Здорово. И здорово заявил. Как там? Вот смотри, вот... Движок слишком тяжелый, он перевешивает. Да. Нормально. Да я понимаю, что на машине тоже так будет. Ой-о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 й
нам надо не просрать. Не просрать, меня тут бортуют, кому не лень. О, спасибо. Ты их просто всю толпу, бля, высержал. Ты не газуй сильно, там вот эти опасные повороты сейчас будут. Моменты. Нормально. Вот этот опасный момент. Да нормально, я тебе говорю. Опасный момент был, когда ты улетел. Бля, вот, ай-яй-яй. Я сейчас опять улетел. Серьезно? Чуть-чуть. А чё? Чё-то не рассчитал. На свои силы. Ну. Пацан к успеху шёл. На плечо мне положили большой просто. Член, да? Ну. Не без этого. Чё там такой медленный? Я медленный? Чё-то как будто затормозил. Ну я затормозил, там поворот резкий. А больше шире взять, чтобы на скоростях пройти, не? Да я же не эксперт, Вась, в этой игре. Я же играю поскольку постольку в один режим. Ай-яй-яй-яй-яй. О. Бля, вот этот чел меня вот сейчас забартаровал. Тартарали? Забартаровал. Затрулил. Это просто плюс вся женская аудитория, Игорь. Всем привет, вы с вами на канале. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Finny Play. С вами Игорь. Мы выиграли? Конечно. Так, я же зарулил, ёпт. А что там, еще какая-то гонка будет, да, сейчас? Нет, это просто как команда зачет. Украпосаурус. Так, Винспинчик. Что выпадет? Серьезно? 125 косых. Сюда она. У меня что-то там открылось. Иллюминатор. Тебя тоже? Иллюминатор? Это этот. Ну, сезон. Вышибало. А что, тут что-то надо будет с вышивалом делать? Нет. А, ну ладно. Так, что следующая гонка на чем? Этот, сейчас. Фильтр. На этом же. Надо две гонки сделать. Ну, поехали, я уже к ней привык, но, в принципе, да. Поворот. Игорь, я могу с вами Forza, только надо скачать. В общем, теперь у меня есть Xbox Game Pass, и теперь будет... Окей, давай. Я сейчас замешательство, почему канал Finny Play стримит орешек. А потому что тут... Так бывает. Коллаборейшн. Мы... Просто по отдельности мы никто, а вместе мы друзья. Сила. Да. Перекиньте к себе. Ну давай перекинем к себе. Надо давай вот стримеров, с которыми ты общался, надо с ними договориться, чтобы это отмечали. Отмечали? Они тебя отмечали, а мы их. Ну да, типа, ссылку потом в описании. Угу. К стриму. Это на самом деле очень большой буст дает. Угу. Взаимный пиар. Сейчас что-то никого из моих нет. Но прикол в том, что нам это больше принесет, чем им. Потому что... Тут у нас помимо стримов еще и видосы же выпиливаются. О, антиблок. Человек появился. Да, это кто-то к нам зашел из твоих?
Нет, это к нам приценился, да. Может быть, наш подписчик даже. А здесь у нас... Тысячник. Я в интернете смотрю. Как ехать эту карту? Нет, вообще челиков, Ну. которые катают. Блин, я видел коллаборацию на другом сайте. Что за коллаборация? Ой. А ты как помнишь, когда я стримил Киберпанк, ко мне зашел чел, который озвучивал. Прикольно было, да? Можно... А. Может быть, он затрогнул тебя? Не-не-не, это реально чувак был, я узнавал. А, стоп, подожди, он писал тебе, да? Он мне голосовое ВКонтакте написал. Блин, ультра настройки меня подлагивает. Да. О, ты Знаешь, как раз хорошо сделал. 44 ППС. Я себя залотил на 36. М? Я себя залотил на 36. В смысле? Ну, то есть, вертикальная синхронизация, типа. То есть, выше 36 кадров у меня не будет прыгать. То есть, у меня стабильный 36 FPS. О, у меня сейчас 58 поднялось, 54. Бля, я карту вообще не вижу. А Не вот же у вижу, тебя, куда смотри, ехать. контрольная точка. Видишь, у тебя это, маркер? А я вот так только, да, и езжу. То есть я дорогу не вижу, я вот к чему. Тут надо тормозить, Вася. Ай-яй-яй, не занесай. Нет, занесай. Не занесай, сиди нахуй, не мешай. Да, блин. Ох, ёпта, чё тут скал... А. А, это другая дорога, ладно. Я думал, тут ебать крюк надо делать. Так вот, чел мне ВКонтакте написал, я не думаю, что у какого-то там тролля будет в друзьях Баженов. Бэткомедиан. И пошел нахуй. Эй, да, на ты ла. Спасибо, что ты затормозил меня. Ай-яй-яй! Командная работа. Да, тимплейну. Объебались конкретно. О, ты что, последний, что ли? Предпоследний. Главное, я несу 100 очков. Твою команду. И проебываю, ебать, 1000, да? Ну, сейчас мы. Давай ты гоняй. Три круга всего. Так, ты еще не плею или орешку? Ты не плею, не знаю, там... Сколько ты голяфа катал? Ноль? Ноль, ебать. А. Братан, ты не смотри на левел. Я права купил. Нет, конечно, я про другое. Права мне бесплатно подарили. Буду еще и право покупать. Я про левел. Ты что, забыл, что ли, откуда у меня левел? Вот ты догнал нас? Как ты догнал? Я знаю, что ты на скорость, Арман. Лабу. Блять. О, засчитали, прикинь. Да, жопа иногда цепляет. Да. И я ручником, когда я чуха не вылетаю, я ручник дергаю, чтобы мне жопу закинуло. Пиздец. Малой, ты что, забыл, откуда у меня уровень такой? Это не говорил. Пара-па-па-па. А, Я же лежа. игру сломал. Мало того, что в официалку можно играть с пиратками версии, потом плюс еще официалку можно взломать. Forza Horizon. Пятая. Ну, у меня, смотри, какой уровень. Большой, да. Десятый престиж. Да. Вот.
Плюс у меня было 30 тысяч вилл спинов. А, и это... Я думал уровень в Xbox. А, не. Тогда тем более. Вот. Сейчас 27 тысяч вилл спинов осталось. Блин, а можно мне так же? Я хочу тоже. У меня почти все тачки открыты. Блин, все, что можно было купить. Я, блядь, 3 LaFerrari просто купил по 20 миллионов, продал по ляму. Я хочу этот открыть кучу супер вилспинов. Ну, супер вилспин по-разному. Да, штук 10 мне дали, все. А как ты это сделал? Чит инжин. Ну понятно. Так, Арман, теперь надо будет. Да, я найду все. У Олега спроси, он знает, как делать. Да, Ютуб тоже есть, там тоже хорошо объясняют. А вот Олег хуйня, да? Нет, Олег тоже хороший. Но в Ютубе будет, мне кажется, попонятнее. Вот так вот, Олег хуйня, и да? Так, чтобы если Олегу не пришлось мне пару раз объяснять, я лучше в Ютубе пересмотрю пару раз видео. Так, Арман, теперь надо прыгнуть. Да. С трамплина. О, Кёнигсберг берем, да? А? Кёнигсберг. Какой Кёнигсберг? Ну, это Джеск. Нет. Смотри. А на карте должны быть восклицательные знаки. Есть у тебя? Угу. Вот, ты должен с этих восклицательных знаков 3 раза... так, стоп. 5 раз на 3 звезды прыгнуть. Я сейчас прыгну тоже. Или вообще в сумме ты должен, чтобы у тебя была сумма 15 звезд. У меня это есть, я же чисто тратил. Сейчас. Заново. Новый, да, типа? Да. Пиздец. Новый сезон, Арман. Ничего. Ладно, сейчас пойдем. Так. Сука. Ну, его же в бан отправят за это. Ну, пока не знаю. Кого? Меня? Да-да-да. Ну, слушай, я тебе скажу так. Когда вышла GTA 5, там было очень много читов. Ага. И потом, конечно, прошла волна банов. Те, кто совсем уже обнаглели. А пацаны, которые нафармили себе бабла и сидели на жопе ровно с 10-20 миллиардами, они продолжают до сих пор играть с этими бабками. Угу. Позарю? Угу. Вот, поэтому, мне кажется, да если и забанить, не страшно. Че играть в игру, которую, блин, пиратку можно взять. И сейчас читы там есть. Подожди, а где это, Игорь? А, вот. Восклицательный знак, да. Вижу. Мне надо сумму 15 звездочек. Короче, 5 раз. 5 раз на 3. Ну, понятно, блядь, на Кёнигсберге, на Джеске, мне кажется, все 5 раз можно найти. Это... Все на 3 звезды проходит. Нет, здесь нет, Арман, видишь? Арман, на РЖ Андерсоне. Тут... Ты серьезно? Да. А нахрена тогда поменял на джаз? Не знаю. Я же тебе сказал, тебе нужна будет машина для испытаний. Вот, мы проходим сейчас испытания по этой машине. Идёшь тебе? Ля. Опять менять машину. Она же не прыгнет только. Так прокачаю. Да она и прокачана, не прыгнет, она тяжелая. Говно мало. Игорь, когда ты полетишь за экспишкой вон той, на балконе? О. Все, погоди, погоди, малый. На балконе? Да, вон, ты прям сейчас можешь ее увидеть. Ну, у меня задержка, конечно. Но там можно было увидеть. О, сфотографируйте Mazda RX-7 Spirit. Так, у елки Гуанахуата. Василий, Голиаф можно тоже... по язычному пройти. Тупо берешь автопилот, зажимаешь клавишу вперед и все. Очень легко. Так максимум на этой тачке 892 делается, да, Вась? Ты че? 892 делается. Ой, даже не знаю. Я взял 800. То есть в плане буста тут ничего сложного нет. Тут только... тема за честность. А, вижу. В плане-то о чем? Ну, знаешь, тут сам, честность перед самим собой.
Как ты прошел? А, не, я читы не использую в плане это. Чисто буст использовал, и все. Ну, хернато. Типа, я не... Вот я видел, чуваки, блин, через стены пролетают рядом со мной. Но это херня полнейшая, зачем? Я бустанулся в кредитов, и все. То есть, левел и кредиты, и все, как бы, мне больше не надо. Базарим? Кто за, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Роман. А. А кто тебя бы сейчас спросил этот про накрутку? Ну, кроме того, что вот бан отправит. В смысле? Ну, типа, вот он сказал то, что за это бан отправит. Ты-то все время его про это говорил? Ну да. А. Ну, тебе где-то еще вопросы задали. Не. Ну и размусоливаем тему. Мы думали на двух платформах стримить. Типа с Игорьком. Ага. Ну что-то, блядь, я пока еще не готов вернуться. А это? Так. Тебе же может заспойлерить паучок. Это паучка нового. Есть. Я тебя в бан отправлю сразу. Хорошо, значит. Везде. Везде, ну, понял? Скажу так, фильм классный, очень. Ну, я знаю. Говорить, что там не стану. Мне хватило друга, который в кинотеатре работает, блядь. У меня, блядь, фотки весь вечер отправлял вчера. А я вчера сходил там, просто класс. Ну, у нас не получилось с Игорьком сходить. Мы хотели тоже пойти. Но у нас, короче, один кинотеатр, и время, которое нам подходило, все билеты проданы были. Прикинь? Да. Мы на поздний сеанс хотели пойти. Так вот я пошел на поздний, там вот где-то в краю пришлось сесть. Нет, ну, в принципе, я реально офигел от фильма. Классно. Ну да. Считай, три паучка только чего стоят. Ну, ты то есть знаешь, что тебе и нечем говорить. М? Да ты уже знаешь про трех паучков, тогда от них... Конечно, знаю, блядь. Ну, там что-то... У Стрэнджа не получилось заклинание сделать, и вселенные перемешались. Да я знаю, почём фильм. Тогда тебе и спойлерить неинтересно. Ты все знаешь. Ну да. Надеюсь, Игорь знает. Да я уже ему рассказал все, да. Да, мне по боку. Ой, Вася, это нереально пролететь на этой машине. Арман, лайфхак рассказать? Давай. Прыгнул, отмотал. Прыгнул, отмотал, прыгнул, отмотал. Тебе нужно момент взлета и приземления, чтобы тебе эти нафармились, как там называют, звездочки. Тебе не обязательно разгоняться. Ну ты разогнался, все. Но. На трамплин залетаешь, приземлился, получил там 2 очка. Все, отматываешь назад, перемотка. Опять на момент перед... То есть можно 15 раз одно и то же прыгнуть... На одну звезду. По одной звезде. Ну, можно и так. Отматывать по блядь. Сука, дальше не отматывает, блядь. Пиздец. Чё ты сразу не сказал мне это? Так вот, малой, я знаешь, что начал делать? Малой. А? Ты знаешь, что решил это попробовать? Не стримы, а записи. Ну, то есть на этом же канале прохождение будет. Ай-ха. Прикольная тема, да? Да. Вот я думаю, метро начать. Этот, Игорь, ты знал, что ты вот то, что вот тут этот заливаешь, ты это мог сделать в YouTube Shorts? Так же поприкольнее было. Теперь поподробнее, что... Я знаю, истории Инстаграма, типа... А они нам еще недоступны же, нет? А-а-а. Понятно. Там, по-моему, с какого-то числа подписчиков. С 1000? Отсоси у тракториста. Если там 300, так у вас уже больше. Отсосёшь ты в подворотне. Понятно. Так, а выиграйте 2 заезда в Косом Автокроссе опять? Так, Арман, чё, пролетел? Готов? Я второй раз прыгаю. Р же назад сделает, да? Наверное. Вас это... Не понятно. А надо подождать, да, пока это самое? Зачем? Ну, тебе должно... Да.
Да, я походу рано нажал, и мне ничего не дали. Сейчас я пойду пока это заберу. Почки. Очко. Так, возьму машину побыстрее, короче. Он летает за XP-шкой. Это надолго. Не-не-не, ну в смысле надолго? Тут Арман надолго. Я просто видел резки в ТикТоке по этой фигне. И чел очень долго страдал. Сейчас я тебе покажу, братан, как надо. Ваняга, ты с каких пор с нами? Я же стримил, да, когда ты зашел к нам? Да, ты Киберпанк стримил. Да, точно. Где-то, наверное, прошлой зимой. Да, я уже около больше года не стримил. Времени, сука, нету, желания нету пока. Да хули я, может быть, и дальше стримил бы, если бы отдача была, то есть аудитория больше была бы, 10 хотя бы. Готов? Этот Арман отвидит, что в Marvel Future Revolution? Повали, поврат. Повратил. Эй. Ау. Дебил. Шо? Паханом поздоровайся. А, брэздэс. Да, подожди. Я погоди. На каком языке говорить? Давай, здоровайся. Барев здесь, Дайдермен. Привет, Игорь. Как вы? Вы что не спите-то? Мы играем. Я завтра в 7 часов на работу только приду, вечера. Какой вам играть? Вам жениться на детей, там деньги зарабатывать, а вы до сих пор играете. Вы чё? Ну вот, сейчас наиграемся, потом будем со своими карапузами играться. А, наиграться, да? Да-да-да. Вы, по-моему, никогда не наиграете. Ну, тоже может быть. Ладно, играйте. Все. А чё хотим? А чё вы? Так, я там ту бабцу, с которой играли в Форд, чуть попустил в соперников. Ну, а ты чё хотел? Я пока меня чуть не поджёг сейчас. Давай, говорит, избавимся от этой хуйни. Че у тебя там, Арман, готов? Нет, я такой раза 4 прошел. Ну ты посмотри, это как у игр фестиваля, сколько у тебя очков? Да я ебу, что сейчас, подожди. Вдруг ты прошел, просто сидишь, сигаешь. Арман, ты же еще играешь в этот в Marvel Future Revolution? Не. А, уже нет. Я сейчас играю в Brawl Stars. Классно. Скатился. Ой, неудачно-то, ебан. Тебя, кстати, тоже чуть попустил. Меня? Да я даже, это как его, не старался там. С тобой. Че у меня тут тачки появились, потом скилл тоже поднялся. А где это игры фестиваля? А вот игры фестиваля. И где это смотреть? В этом первый самый. Ой, сейчас вот игры фестиваля. Вот ежедневное испытание. Я хочу быть рок-звездой. Где, блядь? Следующее, вот первое сразу после осень ветреный сезон. А еженедельное? Да. Внизу у тебя, видишь, вкладки. То есть первая вкладка есть, вторая. Потом вот прыжки. Третья, что у тебя там? Завершена? Перелистни. Рука профессионала? Рука профессионала, да. А, глава завершена. Вот, все, теперь нам нужно два. Титан профи. Угу. Два заезда в кольцевом автокроссе. Ну, запускай.
Все, сейчас переключаю. А подожди, там что у нас за гонка сейчас будет? Кольцевой RG Андерсон. Все на том же Полярисе. Тогда надо тюнинг поменять, наверное. На А800 сделай. На сессию тракторист. Больная тема Армана. Ему как-то дали, он теперь это... Хочет все, всех это... Накормить его. Да, его. Чтобы не один он такой был. Так. Устами младенца глаголится истина. Сказал младенец. Так, это у нас был автокросс. Все, запускай. Я готов. Сейчас. Так. Кольцевом автокроссе. Так, стой, подожди, это тоже вот кольцевой автокросс. Тьфу, ёпт. Я думал. Кольцевой автокросс. Окей, ладно, поехали сюда. Сейчас. Может, еще есть колечко где-нибудь? Так, а в чем разница? Кто там у нас катается? Кто ты нас не видишь, мы втроем в одном лобби, а ты почему-то к нам не грузишься. Это херня у тебя, Вась. Я уже ни разу замечаю. В разном лобби просто. Все. Так почему всегда ты в разной, а мы все в одной? Я не помещаюсь к вам просто. Есть. Ну да, слишком длинный. Кстати, ты некий-то звонил, что он не будет играть? Нет, не звонил. Уведомления же все приходят. Уведомления же все приходят. Я сразу пришел, эту превьюху налепил. Малой, как тебе превьюха? Хорошо. Что-то... Мало радости в твоих словах было. Ну, слушай, после вчерашнего фильма мне уже сейчас что-то ничего не кажется таким веселым. Вот так вот, я знаете, да? Че вчера? После вчерашнего фильма с пауком ничего так пока не кажется классное. Все какое-то скучное. Ну, знаешь, если ты сравниваешь нас с Человеком-пауком... Не, я не сравниваю, просто я не знаю, меня пока уже ничего так, ну, не впечатляет и не радует, как паук. Арман, прикинь, карапузы с этим, как вот Человек-паук, игрушки вот эти, да? Угу. По сути, вот у нас перед нами 14-летний карапуз, который вот любит Человек-пауков. Помнишь, когда вот маленький вот Человек-паук. Этот? Человек-паук. Помнишь, когда мы все были, ебать? С Тони Магуайром смотрели. С Тони или Тоби, ты сказал? Тоби. Ну ладно, послышалось. Ебать, пусть тебе такие вещи не слышатся. Блять, меня занесло. Ну как занесло? Меня врезали. Занесло. Пидорас какой-то меня, бля, выкинул с трассы. Самое херово так по лесу ездить за кем-то, это пипец. Он просто все деревья сбивает и все на тебя летит, и вообще ничего не видишь. Блин, вот озвучка очень сильно не похожа, что была в трейлере. Вот вообще. Ну там просто... Кого именно? В Человеке-пауке. На, ну, у кого? Звучка абсолютно разная, да по всех. Ой, блядь. На трейлер хватило озвучку? А на фильме не хватило. Фразы вообще не похожи друг на друга. Как-то? Фразы не похожи друг на друга, которые вот и были в трейлере, которые в самом фильме. А это всегда так? Не знаю, я просто где-то видел фильмы, где вот именно вот как сказано в трейлере, так. Понимаешь, просто не всегда компания, которая озвучивает трейлер, та же самая компания озвучивает и... Я понимаю, да. Не всегда. Точнее, не озвучивает, а переводит. Угу.
Бывает, что разные компании. Им скидывают исходник. Они переводят. Говоря, они переводят по-разному, да. Угу. Те же самые фразы переводят по-разному. Угу. В оригинале это, скорее всего, точно так же было бы. Вот надо посмотреть в оригинале как. Включаешься там. Я ломал стекло. Я вот некоторые фильмы Marvel смотрел в оригинале. То есть на английском языке. Я тебе скажу, что ощущения от этого намного совсем другие. Это да. Конечно, ничего не понятно будет мне. Понятно. Но ощущения будут другие от того, что вот как это звучит все. И голос будет вот актера, который исполняет, ну, его оригинальный. То есть их не просто так подбирали, понимаешь? Marvel это огромная компания. Это понятно. С гигантским бюджетом. Особенно после этих успешных фильмов. Тогда. Бля, я не понимаю, как эту хуйню играть. Тут некоторые деревья, они, ты просто проскальзываешь из них. Блин, я первого не могу зацепить. Он на Rail Cat. Может, она такая имбовая. Я, ебать, последний еду. Мы проиграли, я вас поздравляю. Да ведь вы играли против ботов. Я задом заехал. Сколько у нас очков будет? Очень мало. О, Урус. Мне выпал Урус. Прямо в пойти футбол смотреть? Слушай, там Ливерпуль играет. То, как я играю в Horizon, да, блин? Начали играть. Может, пойти футбол посмотреть? Я хочу Вальгалу допройти, блин. Все никак руки не доходят. Наверное, это не доходит. Это захват, да? Да не, не на стрим. Зачем? Я просто хочу поиграть. А ты будешь проходить Dying Light 2? А у кого? Dead Stranding? Dying Light 2. А, Dying Light 2? Не знаю, слушай. Может, чисто это? Без стрима так. Ну, я и спрашиваю, будешь? Ну, возможно. Там просто даже системные требования выложили вон сегодня. Я хочу Far Cry 6 купить, там краски бешено. Чё, он есть? Говно. Кто? 6 Far Cry? Угу. Хрена ли? Все блюют от него. Ой, блядь. А этот... Там Epic Games купон на него, вот он, Standard Edition, 974 рубля. Вместе с купоном. На 650 рублей скидка. Ну вот. Ну, а пиратка есть уже или нет еще? Не, там защита Denuvo, не взломают. Не взломают? Не, 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 не взломают. Он уже пробовал. Не, у меня этот офлайн активация. Мне классно, я поиграл. Игорь, просто про этот киберпанк тоже говорили, что типа хуйта, ебан, там и так далее. Ну ебать, ты помнишь, с каким удовольствием я его прошел? Я его не прошел. Наверное, одна... Я его не прошел. Ну ты потому что не хотел. Не, я хотел, но что-то мне перегорело. Не знаю почему. Блин. Поехали. Понимаешь, если бы я не прошел киберпанк, я бы сейчас с малым бы не познакомились бы. Малой бы с нами сейчас не сидел. Логично? Логично. Ну да. Стой, а Ванёк? Нет, Ванёк еще Кирилл же был или кто? Малой какой-то. Их двое было. Мариан. Нет, нет, вас их двое было.
А, мелкий который. Да, хейтер. Вася, помнишь этого малого, который... Да, помнишь, там еще на Твиче? Ага. Ты вспомнил его? Не Фриз. Малой, который на Твиче был. Мы когда в Fortnite играли. Который на планшете ебашил, блядь. 8 пальцев. А, ну это твой. Да. Который он... Помнишь, мы еще устраивали битву подписчиками? Угу. И батя мой размотал ваших. Чуваку 7 или 8 лет было его, прикинь, малый. Ага. 7-8 лет, он 8 пальцев играл на этот Fortnite. Он строился с бешеной скоростью, он на планшете играл. А этот... Может, как-то Fortnite сыграем? Там этот веб-шутер и паука. Там подскальзывание, вот это скольжение. Там пушечки новые. Там подарки раздают сейчас. Бесплатно. Там строиться надо учиться. Ну, это я сам. Старый. Вот я могу показать, как строить. Ты можешь строить, а мы будем чисто это кемпелить. Ну, да, вы просто будете аимить. Мне как раз не хватает этого кого-нибудь такого хорошего имя. Да. И как раз не хватает друзей в жизни, да? Блять, ну, блять, Игорь, я так не играю, на второй эпизод. Я вам пониже сделал. Давай. Ну, сложно. Да блин, они ж тут легкие. Хотя всякое. Легкие, блять. Я улетел только что, легкие. А, ну, так это ж не боты виноват. Ты? Это машина плохая просто. Она ездить не умеет. По погоде, Арман, не то. Меня толкнули, Вась. Ну, да, меня бот точно толкнул. Блять, еще и давай в стену бегаем. Этот, в общем, в Marvel Revolution сейчас раздают костюм паучка новый бесплатно. Ездуна. Да вообще сзади в жопе. Самое главное, не на выходе. У меня она стала менее поворотливая, понял? Покрытие такое сейчас. Самое прикольное, это сейчас на понижение передачи заходить в повороты, потому что ты, то есть, не теряешь сцепление на ходах. То есть серфишь в повороте. Активный дрифт. У нас же другая карта только что была. Угу. Чё за дегенерат поставил дождь? Да, дождя нету. Ебать, а просто затопление, да, ебать? Это болото. Цунами прошёлся. Игорь, ты хоть раз видел, как выглядит болото, блядь? Рано, считай, это болото. Ух, ебать. Ты подо мной пролетел, да-да-да. Там яйки пощекотал меня. А еще и третий круг. Я не буду третий круг делать. А что будет, если я так с Наной буду стоять? Стой. Малой, знаешь, во что я еще начал играть? Во что? Очень старая игра на телефоне. Угу. Короче, вот эта игра, суперселовская она. Сука. А. Про ферму? Какую ферму? У них вроде была ферма такая, игра про ферму. Clash of Clans. А, это не старая. Ну, что не старая, бы. Взял, запутал меня. Это не старая. Я уже лет 10 в нее играю, бля. Блин, ну не старый. Я помню, когда я в больнице лежал, и мне делать некого было. Я, блядь, задротил на нее сутками просто. А я вот жду God of War, пока портируют на компьютере. Сука, блядь, единственная игра, из-за которой я купил плойку, блядь. А ты этот Uncharted 4 случайно на PlayStation не покупал? Хуй там. Вот и хорошо, его все равно портируют скоро. Ну, я играл в нее, у меня был диск. А. Никто отдавал.
Жаль, что вот паучков не портировал. Да, подожди. Да понятно, а сколько ждать? Ну, до твоего 18-летия. Да. Долго как-то, немножко. Следующий, Вась. Ну, кольцевую, мы все прошли кольцевые. Что теперь? Ну, сейчас еще одну пройдем просто. Какую? Тоже на этом говне? Не, какая, ну да, тебе какая трасса понравилась? Никакая. Ну, явно не с болотом. Который предыдущий, помнишь, давай это, реабилитируешься там, с прыжком. Да не, давай лучше первую лучше. Я себя вспомню, где она. Или, а что там, надо еще одну кольцевую сыграть? Угу. А что-нибудь другое вообще, новое? Или одно и то же играть? А если не кольцевую взять? Надо кольцевую. Надо кольцевую. Давай вот эту первую, да. По заданию надо пройти. Вот открываем задание. Ой. Игры фестиваля. Вот, одна из двух гонок пройдена. Угу. Ветреные. Поехали. Поехали. Ведь мы с тобой вдвоем, брат. Кольцо за кольцо. Плечо к плечу. Ствол к стволу. Очко за очко. Чё? Очко за очко? Опасно, опасно. Игорь, Игорь. Лупу за залупу, ебать. Чтобы видите? Тут, да, тут, тут, там. Так, сюжет, сюжет, праздничный сезон. А, мои телеки, походу, чисто в этом гоняют. Онлайн-гонках. Жопошная. Ну что поделать? Проснись, Арман. Блять. Ты смотрелся на Ренату. Литвинова. Нет. Я, наверное, пока буду завтра в школе, скачаю Форзу. Знаешь, что? Надо будет еще достать что-то. Такая... Я летаю, я в раю. Кто? Ренат Литвинова. Так я Ренат Литвинова, блядь. Да, Рената это новая, блядь, блогерша. Ну как новая, ебать, тиктокерша, модель. Не знаю, так. Ну да, по меркам блогинга она старая, 18-19 лет. Но она, блядь, самый сок. Вот из всех нынешних, блядь. Телок, который есть в модельном и вообще в любом бизнесе, мне она больше нравится. Малой, загугли просто это, и все. Как зовут? Чё? Рената. Блять. Рената. Литвинова? Да. Так она 67-го года. А? Нет, 64. Смотри, им этот... А слушай, это по моей части. 86-го, это по моему. Риив. Риив? Да. В ТикТоке. Такая рыженькая девочка. Риих? Риив или Ривова?
короче, такой... Рейв? Сейчас я зайду в ТикТок, подожди. Сейчас у меня мозг отсохнет там, подожди, Арман. А, да, деградирование там часто. Да ТикТок, блядь, охуенная платформа, чего, блядь? Ну, не знаю, мне все говорят, что они там деградируют. Ну, блядь, кто говорит? Твои школьники-одноклассники? Скажи, дядя Арман сказал, что это лучшая, блядь, платформа. Да, они мне это... такое говорят. Ну-ка. Я же, блядь, цепанул, нахуй. Риф это типа R, I, I, F? V. W, которая. Если ты сейчас проебешь свое первое место, мы проебем матч. А, вот, Риф, ВВВ. 13 миллионов подписчиков. Сколько? Рената, 18, 13 миллионов. Ну вот. А, она не русская. Русская. Не знаю, это все на английском пишется. Ну она потому что интернациональный ТикТок. Ну, больше обхвата. Не кажется, я где-то ее видел, но не по ТикТоку. Ну и как она тебе? Она на Ютубе блогер тоже? Точно, не по таким соцсетям. Не знаю, я где-то ее видел вроде, либо просто не больше. Так же малой вечером порно просмотрит. Но он не фанс. Да, 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 да. У меня нет OnlyFans'а, братан, я уже хотел подписаться. Не, я не знаю, кто. Во, я сейчас скачал. Игорю ссылку по-братски. Да сейчас. Чтобы он понял, что там, блядь, реально топовая чекуля. Да, вообще, Игорь. Понять надо такое. Да, уже, наверное, весь этот ТикТок-дом понял. Блядь, сука. Она не состоит ни в одном ТикТок-доме. Она из богатых блогеров, Вась. А, богатых? Которым делать нехуй было. Я снимаю ТикТоки, да? Типа да. Так вон же даже была Порчкина тоже же в какой-то момент прям словила большую-большую волну хайпа. А сейчас у нее остались же вот те зрители, которые были. Нет? Ну, они же все равно популярные. Как ты назвал? Была Порч. Порч. Ну а я как? Порч. Ну а ты, как ты серьезно, да, считаешь, что Порч? А как? Все понятно с тобой, мой. Иди в Порч. Да. Кстати, я смотрел порнуху с Белой Порч. Так это оригинальное или что? Намазано лицо было. Где? В Телеграме. Блин, а скинь. Я думал, это замазанное. Ну, то есть, знаешь. Я хочу посмотреть, покажи. Так, еженедельное испытание. Есть. Мне нельзя, малыш. Мне можно, я видел.